Здравствуйте, дорогие красногорцы и все любители спорта. Сегодня у нас в гостях настоящий профессионал. Игрок футбольного клуба «Рубин», футбольного клуба «Динамо», «Крыльев Советов», «Сатурн». А ныне главный тренер нашей футбольной команды «Зоркий» Алексей Сергеевич Медведев. И под его руководством теперь могут заниматься не только профессиональные футболисты, но и каждый неравнодушный к спорту. Достаточно посмотреть ролик. Видеотренировки – альтернатива, предложенная жителям Красногорска школой «Зоркий» и администрации округа на время закрытия спортивных объектов. Мы запускаем в тех условиях, в которых оказался весь мир, запускаем проект «Красногорский спорт дома», чтобы ребята не сидели дома у телевизора, у компьютера, выходили на улицу, погода наладилась, позволяет. И чтобы где-то, если сейчас нет возможности собираться большими группами, чтобы они могли проводить индивидуальные занятия и занимались спортом. Юный Артем Корнев дома не сидит. Даже сейчас он старается не пропускать тренировки, пусть и занимается самостоятельно. А в помощь – видеоуроки Алексея Медведева. Сегодня я отрабатывал между фишек финты. И чтобы в игре и не терять мяч, под контролем его держать. Тренировки мы нашли в Инстаграме. Наш Алексей Сергеевич, тренер нашей сборной «Зоркого», выложил туда. И вот по этой методике Артему понравилось, и он стал заниматься. Видеотренировки уже пришлись по душе и взрослым. Дмитрий Гудей тренирует подрастающих футболистов на базе «Зоркого». Но не прочь и сам повторить основы. Чтобы не потерять навыки, держать себя в форме, все-таки сидеть дома не привык. Поэтому хочется даже самому выйти, взять мяч и здесь подобные упражнения выполнить. Видеотренировки доступны в социальных сетях Инстаграм и ВКонтакте. В спортшколе «Зоркий» планируют расширить диапазон видов спорта и подготовить ролики, например, по баскетболу или фитнесу.